Привет, друзья! С вами репетитор по биологии Мария Семочкина. В этом видео мы поговорим о фаворите, моем фаворите 2018. Это Соловков. Соловков, практическая подготовка к... Ну, у меня пятое издание, сейчас, наверное, уже есть и следующее, шестое. Здесь даны все разделы биологии, ботаника, зоология, анатомия и общая биология. Здесь есть тесты по каждому разделу и есть итоговые тесты в формате ЕГЭ 2018, то есть, ну, как вот они последние сейчас есть, не знаю, если только что-нибудь не придумают опять нового. Мне очень нравится, я очень много брала в этом году для курсов именно отсюда, ведь целая тонна закладочек сверху. Здесь есть рисунки, рисунки не из интернета, а свои, а это очень приятно, это значит, что они в хорошем качестве. Ну, их, кстати, не так уж и много, к сожалению, например, энергетика клетки, она описывается текстом просто. Здесь есть про качан, то есть видоизменение побега качан, это очень круто тоже. Здесь есть очень немного, но здесь есть необходимые схемы, здесь хорошо рассмотрена ботаника, особенно систематика, здесь есть даже печеночные мхи и псилофиты, это вообще огромная редкость, чтобы в систематике рассматривали псилофиты, обычно их так. Пробегом в эволюции вспоминают про них и все. А тут есть псилофиты. Ну, не навязчиво так, но описываются. В зоологии тоже рассматривается все разнообразие членистоногих, например. То есть там есть многоножки, есть ракоскорпионы, есть трилобиты. Обычно они тоже вот, чисто трилобиты в эволюции охватываются. А тут так легонько, поверхностно для общего развития они упоминаются, их особенности. Прям очень круто. Здесь классно даны ткани человека, много очень деталей их строения. Здесь верно дан иммунитет. Это круто. Здесь очень хорошо дана репликация ДНК и транскрипция. Здесь правильно дана кодирующая и матричная цепь ДНК. Это такая редкость. Это... Я прямо первый раз вижу, что в пособии правильно расписали, что такое кодирующая цепь ДНК, какая матричная для транскрипции. А здесь это есть. В общем, Соловков для меня это прямо идеал этого года. Единственное, здесь экология так себе расписана, по-моему. Да, экология. Лучше экологией пользоваться, например, у Садовниченко. А все остальное, ну вот для ЕГЭ не так, чтобы избыточно, оно все в норме. Нормальное изложение. Его немало, немного. В общем, Соловков, он поможет вам ответить, а я не могу сказать в баллах, честно говоря, но мне кажется, что можно и на 100 написать Соловковым при удачном стечении обстоятельств. Но вы должны понимать, что ЕГЭ это всегда рулетка, и даже идеальные знания могут не помочь в случае ЕГЭ. Но вы видите, мало я здесь нашла косячков каких-то, что-то мне не понравилось, что-то мне не понравилось. Ну, здесь вот я пока написала, просто не нравится мне, видимо, то, что там было написано. Не то, что оно неправильно, а просто не нравится. Как всегда, тут какая-то каша идет. А, да, со взаимосвязями популяции в биоценозе. Ну, я говорю, экология здесь так себе, я бы не стала ей пользоваться. Мутуализм, здесь симбиоз, в общем, выступает частью мутуализма, по-моему, да, а не наоборот. Поэтому будьте внимательны, экологию лучше брать откуда-нибудь с другого. А так Соловков идеален. Вот он как, он в принципе смахивает по изложению на Пименова, на мой взгляд, поэтому, ну, только покороче. Здесь меньше лишнего по сравнению с Пименовым. Поэтому он хорош. Берите, не ошибетесь, если вот вы выбираете себе более или менее приемлемое пособие. Вот здесь не так кратко, как у Шустановой. Ссылку на Шустанову я оставлю в уголке. Не знаю, в каком. Ссылка на Шустанову будет в уголке. Здесь не так кратко, как у Шустановой, но и не так, чтобы много лишнего, чтобы не терять времени. Здесь вот сконцентрировано самое необходимое. Пользуйтесь с удовольствием. Мне очень понравилось. Это было открытие мое прошлого года. У меня пятое издание, я не думаю, что следующие будут чем-то сильно отличаться, возможно, тесты обновят. А так, всем приятного пользования. Если у вас есть комментарии, вы находили ошибки, пишите внизу под этим видео, в комментариях, задавайте вопросы и ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!